Привет! Нет, у меня было 10% на самом деле. Я понимала, на что я иду. Ты гулял когда-нибудь? Что за глупый вопрос? Из перископа? Нет, из перископа никогда. Тут какие-то мудаки они сидят, поэтому с ними опасно гулять. Как я поняла. Спасибо. Тоже? Ну. Я have Instagram. Вы без лифчика. Нет ли лифчика? Представь себе. Кто-то делает скриншот. У кого-то будет бурная ночка, я так понимаю. Привет. Здравствуй. Love you. Какая цвет? Албина. У меня нет любимых лайфхаков. Как жизнь молодая. Ты неплохо. Инстаграм мне шавки профиля. Оливчик какой? Тебе какая разница? Я же не спрашиваю, какой цвет у тебя трусы. И не нервная, и немножко уставшая. На какой ветке ты работаешь? Я не работаю. Раньше работала на красном. What is Instagram? Ложи спайк, любить нет. Нет, зачем она нужна? Пока сколько я работала, никто вообще ее не попросил. Мага-шляп. В какой-то степени, да. Кто-то говорит, что без магистратуры якобы работодатели тебя никуда не берут. Вообще неправда. Вы на шотике? Что значит на шотике? Завтра будет новый день. Мне кажется, он уже наступил. Ну да. Уже как час 04. Канту турки. Ты мне оплатишь за турки? Будьте красивые. Тысяч на 85,90. Еще сегодня не кто трогала грудь. А на прошлое сколько было? На прошлое сколько было? Это конфиденциальная информация. Сколько опыта? Год и месяц. Я же недавно только закончила. Получается, закончила 21, и вот пошла работать. Опыт это хрень, правда. Серьезно. Там говорят, что с возраста человек становится мудрее, опытнее. Ни хрена подобного. Твои мозги, наоборот, начинают работать в 1000 раз хуже, нежели молодой мозг. Даже наш там генеральный директор всегда говорил, что вот, молодые мозги надо набирать, именно молодые мозги. То, что они варят, если на них лучше делать деньги, им надо платить меньше, а работают они лучше. Опыт, ну блин, слушай, а если я только закончил, мне где взять, мне 22 года.
Год. У меня есть год, год и месяц. Дальше я уволилась, меня не устраивает. Я с такой заработной платой могу у себя в Уфе работать. Только не оплачивать квартиру. Либо ее оплачивают в два раза меньше. Вышка у меня есть, повышение квалификации у меня есть. Характеристики у меня есть и все прочее у меня есть. Ты в двушке, я в однушке. Господи, этот долбоёб и сюда пришел. Чувак, что тебе надо? Чё ты прицепился ко мне? Скажи мне, пожалуйста. Свали. Реально, ты реально уйдем. Просто целая ночь пропадает в пустоту. Тебе лет за 30 по любасу. Даже по голосу было слышно, что ты уже старпёр. В чем твоя проблема? Чувак, иди развлекайся. Я знаю, что 30. Ну, можно найти за 26. Где-то так. Мне 27. Ну, блин, херово выглядишь, если это ты на фотографии. Подумай об этом. Он хочет себя молодуху. Нет, он хочет просто... Видать, ему просто заняться нечем. Вот он здесь и сидит. Ну, это прям фантастика. Что, второй раз зайти здесь не стяги? Нет, это просто... Курить бросай. 5к откладывается, это хреново. Добавь, я горец. Блин, ты только меня сейчас оттолкнул от 80. И да я не поведусь на твои провокации. Это не мои провокации. Я говорю, чувак, вали нахер. Какие провокации, я тебе прямым текстом говорю. Свали. Тебе прямым текстом говорят, свали. Какие стереотипы, какие провокации? Ты чё? То есть славянин хачей ебал. Почему здесь это? Или с ёбарем жить и тратить на хату меньше. Ну, я предпочитаю сама зарабатывать, нежели жить с кем-либо. Мне кажется, 22 года как-то рановато задуматься о замужестве и прочем. Ты даже этого понять не можешь, но вот теперь я довольна. Я рада. Правда, теперь давай отсюда. Раз твоя душенька удовлетворена, что ты во второй эфир сошел. Ну, блин. Ты смешон. Правда. Чтоб второй раз зайти, но это, блин. Как бы очень много людей, которые вот такие же, как ты, вот в основном, ну не в каждом эфире, но практически они вот точно так же. Ну, чтоб если у меня прервался эфир от того, что зарядка кончилась или что-то еще, они никогда не добавляются. Второй у них там было, наверное, что-то внутри. Чувство собственного достоинства. Ну, ты, наверное, о таком и не знаешь. Но вот это вот! Зачем? Чувак, иди занимайся своими делами, иди поспи в конце до концов, тебе завтра на работу. Какую шарагу ты окончила? Лингвистическую. Знаешь, Петручак? Нет, такое первый раз слышу. Считаю просто таким своим долгом, сори, таких колхозниц ставить на место. Я же говорю, в моем городе такие не нужны. Нахера ты санитар лес, конечно. Ну давай. Моем. А ты когда его вообще в целом успел купить, приобрести, арендовать или что? Или у тебя какие-то крутые родственники, там, типа, основатели Москвы? Купит?
Тебе сколько лет? 12? Это аргумент, по-твоему? Какой аргумент, чувак? Это просто вопрос, чего она стала твоей? Ну что, тебя поставили на место, спустили с небес. Ну, видимо, пытаются сейчас это сделать, но пока я ноготочками держусь за небеса. А, то есть для тебя это просто вопрос, чувак, почему ты здесь сидишь? Ну вот просто скажи, мне вот реально уже становится даже весело. Зачем? Как я там говорю, 27 лет тебе, тем более. Тебе реально нечем заняться больше. Ну ладно, я колхозница, сижу здесь, там, мне нечем заняться, я на съемной квартире и прочее. Но ты-то 27-летний москвич, такой крутой и классный. Ты чё пытаться, пойми, что лучше я тебе это скажу, чем ты все промолчишь. Хорошо, человек. Привет. Да тут москвич пытается доказать что-то, сказать. Видать, его больше никто не слушает, он до перископа дошел. Ладно. Здравствуй. Привет. Блин, я только сейчас посмотрела, кто-то по национальности. Господи. Ты готова поспорить? Я могу тебе выслать свое фото, ты покажешь ее чат, и чат отца никто из нас по жизни, кто. Чувак, ты подожди, стоп. Ты хочешь прислать свои фотографии, дабы я отправила их в чат, чтобы там как-то самоутвердиться. Ты нормальный, как бы. Ну, что у тебя в голове, чтобы вот вообще такое в целом предлагать? Кто из нас по жизни кто? Мне плевать, кто ты по жизни. Правда. Иди в свой чат, делай эфир, доказывай. Плюс, я не знаю, это какие-то посторонние абсолютно люди. Москвич, ты хренов. Фу. Можно голосовую подключить? Нет, нельзя. Прислать фотографию, чтобы я ее крупным планом отправила, чтобы показать, кто есть кто. Пиздец просто. Да просто ты воздух сотрясаешь, говоришь, что я 30-летний, кто-то там, и мне, типа, делать нечего. Зачем ты здесь сидишь? Вот правда, зачем? Ты думаешь, что ты что-то изменишь? Ну. На фото ты не мою внешность оценишь, а мой статус по жизни. Ты знаешь, у меня тоже есть очень крутые фотографии, и может казаться, что я где-то живу, а не в спальном районе. И что дальше? Да и вообще, зачем кому-то что-то доказывать в целом? Тебе это так сильно важно? Тебе инсту дать? Нет, она мне не нужна. Я Арменчик, я красавчик, обожаю девочек, курю кальянчик. Я рада тебя. Ты с Бирюлёва? Нет, я не с Бирюлёва.
Завтра мне отправили тесты, которые надо сделать и отправить. Плюс надо убраться немножечко, хоть я в чужой квартире. Вот, и оповещу свою хозяйку о том, что я съезжаю. Я не курю, не пью, чем большой. Ты сейчас похвастался или мне порадоваться за тебя? У тебя сисечка выпала, поправь. А откуда? Метро Гантелеймеровская. Вот и сиди в своих черемушках и угомони свое фальшивое ощущение собственной значимости. Хорошо. Спасибо, что ты мне написал. Обязательно буду сидеть в своих черемушках. Не знаю, почему в черемушках, но хорошо. И угомони свое фальшивое ощущение собственной значимости. Хорошо. Еще раз спасибо, что ты написал. А переезжаешь куда? На Автозаводскую. Сэм! Сэм! Да, зачем мне двушка-то? Ты купила хату? Нет, я не покупала. Я ее снимаю. А сейчас у сестры нахожусь. Они уехали отдыхать, и вот я за котиками смотрю. Нет, да, у меня 18-го только заезд. Вот. Там 18-го чувак съезжает. Ну и плюс, как бы, дабы по-свински не поступать, там, за 2 недели нужно предупреждать хозяйку. А, надеюсь, не 40 котов нет. Одна кошка, один кот. Через год у тебя есть хороший, точнее, хорошая подушка безопасности. Ну, в плане ты изучал вообще, как там люди живут, на какие бабки, что как у тебя с английским, что никто тебя там не ждет. Там можно на работу не устроиться. Ну, во-первых, ты пойдешь разнорабочим. Плюс к этому у меня план. Я бы как бы с удовольствием тоже поехала. Слушаю, но понимаю, что это проблематично. Расскажи о себе. Почему я должна рассказывать о себе? Далеко уезжаем. А то я не в курсе. Задавай вопрос, я тебе отвечу. Привет. Спокойной ночи. Альбина. Да.
Давай вместе снимать, нет. Принять запрос в инсте. Ты мне предлагаешь сейчас все бросить и принять запрос в инсте? Шалатка. Так меньше получится по деньгам, ты знаешь, я выхожу. Поэтому нет. Плюс я люблю свободное пространство в плане, что никого нет дома, никто мне не мешает, никто не дышит, никто не ходит по квартире, не занимает ванну, туалет, кухню. Ты всегда вкусно пахнешь, а вот это успел меня понюхать. Понимаю, ну вот. Я не готова ни с кем жить и не готова ни с кем что-либо делить. Сэм! Очень интересный чат у тебя. Откуда я приехала? А какая разница, откуда я приехала? Мы как-то различаемся или что? Не, не хохлушка. Меня гражданство РФ. Там даже близко не хохлушка. Нет, просто вопрос. Царицынский. Татарка, все верно. Пока, Царицына. Привет, я тоже. Я погулял с тобой. Кантемировская. Доброй ночи, Альбина. Здравствуйте. Здравствуйте. Я извиняюсь, вы сомневались, меня поднимать или нет просто? К чему это? Вам повезло. Что, простите? Читайте, что вам повезло. А, вы случайно приняли мой вызов, да, я понял. Ну, вы знаете, когда бывает такое, а, возьму да и приму. Может да, быть, ну и типа... черт с ним, если что, скину сразу, да? Вот, да. Да. Ну, я надеюсь, до этого не дойдет хотя бы в течение первых 3 минут. Вы что-то хотите важное сказать мне в течение этих 3 минут? Нет, нет, я просто хотел узнать, как у вас дела, немного о вас узнать, ну, не личное, как бы, ну, общее. Послан, вот. Скажите, вы откуда? Я далек от вас, я в Грузии живу. В Грузии. Такое не грузинское имя у вас?
Ну да, я сам не грузин, просто я сейчас, ну не сейчас, я все время здесь живу, всю жизнь. Я себя чувствую в чат-рулетке, извините. Ну, типа Мне кажется, такие. если вы думаете, что сейчас в какую-то минуту я достану член и начну дрочить, нет. Такого не будет. Я надеюсь, что такого никогда я не увижу. Ну, если вы побывали уже в чат-рулетке, значит, вы это видели. Нет, это просто слухи до меня дошли, что там такое происходит. Я сам не видел. Да, Но почему у вас ощущение, что вы в чат-рулетке? Ощущение бывает только тогда, когда вы уже побывали в каком-то месте. блин, вот подловила, конечно. Ну не могу просто. Это женское наитие. Господи, куда ты от него уйдешь? Да ладно, подловили вы меня, чего уж там. А в общем, как у вас дела, скажите? Можно на ты, кстати? Конечно. Как у Я тебя дела явно вообще? вас. Явно младше меня, а вот сколько тебе лет, я что-то не уверен. 22 года. Я на год младше тебя, так что давай на ты. На целый год младше меня. Ну, по факту младше же, так выходит. Что-то у вас голос нифига не младше. А потому что нехер с 14 лет курить, вот поэтому. Как бы я тоже считаю, с 15 лет курила, и что-то такого не произошло. Ты курила до сих пор или как? Я бросила. 215 дней назад. Я извиняюсь, а сколько еще часов? Или ровно 215 дней назад? Ну, я, конечно, могу отключиться от эфира и посмотреть, сколько часов и сколько минут и секунд точно. Но если это, конечно, вам экстренно нужно. Нет, ну не то чтобы экстренно важно, но Но у было меня бы же. счетчик, да. Когда я бросила курить, я поставила счетчик. Мне кажется, лучше бы ты просто продолжила курить и не вела этот счетчик, знаешь? Нет, я бросила курить, потому что я пришла к этому осознанно, а поставила счетчик в плане, там он показывает, когда легкие очищаются, сколько денег вы сэкономили, сердцебиение и прочее. А все это время я нисколько. Ну, это 13-я попытка была, поэтому. Ну, сейчас вот меня сколько. Ну, я осознанно, так как я пришла осознанно, вот, и поэтому меня не тянет больше. Господи, у тебя прямо синдром графицизма какого-то. Ты все по графикам, все. Да, у меня так. К сожалению, да, у меня вся жизнь так. Если что-то отходит от графика, это прям стресс, целый стресс. Ничего, что ты услышала звук зажигалки. Это же не подводит тебя к курению. Вообще нет. Ну, очень хорошо. А от каких вредных привычек ты еще избавилась? Рассказывай. Только курение, у меня больше не было вредных привычек. То есть ты не пила? Ну, во время праздников, только если крайне редко, там, я не знаю, в ресторане бокал вина максимум. Ну, понятно. А вот как ты себя чувствуешь после, ну вот, скажем, прошел месяц после того, как ты вообще ни одного затяга? Я не Вот. бросала сама. Не бросала сама, это как? Таблетками. А, ой, блин, я думал сама. Нет, сама это вообще нет. Ну, вот это вот прям зависимость, которая меня поглотила полностью. Если закурить, то и Ну. выходит наоборот. Когда пьешь, очень хочется курить. Кстати, да. На тот момент я отказалась как раз-таки от выпивки какой-либо, даже если это был чей-то день рождения, или там, не знаю, компания собралась в ресторанчике посидеть, и люди, которые курили, я категорически их избегала. Скурила таблетки. Ну, потому что, ну, мне действительно не хотелось. Это вонючие волосы, вонючие руки, которые... Руки, особенно, когда очень долго куришь, они вот прям уже не вымываются мылом в какой-то момент. И плюс кожа стареет. Ой, ну ты, конечно, я хренею все ушки, которые. Извините, тут просто комментарий такой неожиданный был.
который общается со Асланом. Блин, ребят, я могу вам сказать больше, меня бывший парень звали, бывшего парня звали Аслан. Так это же я. Серьезно? А ты в Чечне живешь? Я переехал оттуда в Грузию. Не думаю, вроде бы он женился, у тебя жена есть? Так она из Грузии же. Нет, не из Грузии, из Чечни. Так у него мать из Грузии. Мы в ее дом переехали. Это не ты. Значит, не ты. Блин, тогда не я, да. Так получается. Я извиняюсь, я с твоего позволения хотел бы себя поздравить. 4 минуты 58 секунд, 59, 5 минут я уже здесь нахожусь, и ты меня не скидываешь. Спасибо большое. Я, если видно, да, что я заразился этим граффити? Что, прости? Если бы я могла создавать в своем эфире какой-нибудь трофейчик, типа в виде Оскара, я бы тебе его подарила, но, к сожалению, это не подвластно мной. И, к сожалению, мне на это похер в целом, ты забыла добавить. Похер? Если тебе похер, зачем ты здесь сидишь и зачем ты об этом говоришь? Не, я от твоего лица это говорил. Типа ты не договорила. Что мне похер? Что именно? Как дела у тебя? Ты не ответила в целом. Нет. Давай договорим. Давай договорим. Вот я люблю таких девушек. Хорошо, я тебе досконально объясню, что я сказал. Да, ты давай. Ты готова к этой нудятине? Ты готова? Конечно. Я же тебя спросила, значит, я готова. Все, тогда смотри. Ты мне говорила, что ты мне присудила бы что-то вроде Оскара, если бы у тебя была возможность. Ну верно? Да, видимо, пазм, да. Дальше. Да, а вот я потом в ответ сказал, что ты забыла добавить, типа, что... А вот мне вообще в целом на это все и похер, ну да и ладно. Типа, я от тебя добавил фразу в твою фразу. Да, я слушаю, конечно. Ну, я-то слушала, как бы. Я не перебиваю. Ты сказал не как добавление, ты сказал, извини, ну, я бы добавил, что а мне в целом похер на то, что бы ты сделала. Я не это имел в виду, я тебе говорю еще раз. Именно так. А вы неправильно поняли, девушка. Ой, ты неправильно поняла, девушка. Извини, мы же на ты перешли. Да ладно, все. Мне нравится, что из-за какой-то маленькой херни продолжаем спорить. Ой, не нравится, то есть. Альбина, скажи, пожалуйста, каковы твои нынешние жизненные кондиции, так сказать? Ты работаешь, учишься. Что делаешь? Я отучилась, потом я работала, сейчас я уволилась. Отучилась на кого? На переводчика. А, типа колледж, не университет. Университет. Mm. Потом я устроилась на работу в ремонтно-строительную компанию офис-менеджером. После того, как я поняла, что, блин, вам не нравится идти именно по карьерному пути в плане, ну, вот, административной иерархии, я выучилась на бизнес-ассистента. Дальше после офис-менеджера я стала помощником генерального директора. И вот, проработав год и месяц, я уволилась. Понятно. Сейчас ты без работы так уходит. Еще раз, прости, не услышала. Я говорю, сейчас ты без работы так уходит. За работу так выходит? Я говорю, сейчас ты без работы так получается? Без работы, да, без работы. Все, понял. А извини за запретный вопрос. А на какие шиши ты снимаешь квартиру? Или ты у родителей живешь? Нет. Во-первых, я снимала, потому что я зарабатывала. А плюс к этому я всегда откладывала какую-то денежку. Ну, всё. То есть, ну, я не просираю деньги. Я не люблю тратить деньги. Я люблю, когда они просто сжаты моим... Да, и поэтому я когда увольнялась, естественно, я подстраховалась, то есть я могу спокойно 3-4 месяца проживать, снимая, там, кушая и прочее дело, все свои вещи, то есть нормально, ища работу, которую я хочу. Да, кстати,
Да, ты же сейчас и не куришь, это очень большой плюс для твоего кармана, кстати. Кстати, я после того, как бросила курить, создала счет. Когда я обуздала свое «хочу», я его так и назвала. Вот. И каждые 2 дня я пересылала туда 140 рублей. Пачки сигарет мне хватало на 2 дня. Вот 140 рублей каждые 2 дня я пересылаю спокойненько. Это просто идеально, я тебе скажу. И, кстати, Блин. когда там не бывало, что когда я работала, деньги заканчивались. Естественно, был счет, который я просто пополняла. Ну, типа откладываешь, и этих денег нет. И вот был счет, который когда-то обуздал свое «хочу». И когда деньги заканчивались, то есть из этого счета деньги брать нельзя, я считала, что я их просто скурила. Все, Альбина, их нет. Да, просто их скурила, это же тем более и успокоение самой себя, что ты типа все покурила, не надо курить, типа и все, я понял. Ну вот. Маленький психологический ход, Ну, понятно. что-то типа этого, да. Блин, я безумно счастлив, что до сих пор есть такие пунктуальные люди на этой земле, честно. Да, это было не к месту, согласен. Нет, Давай дальше. например, да, я там листаю ленту Инстаграма и натыкаюсь на какие-то новости там, на которые я подписана, или просто вот чисто открываешь там какие-то публикации, и в какой-то момент ты заходишь в комментарии и видишь людей, которые пишут, ну просто, ты вообще не понимаешь, зачем они вообще это пишут. То есть либо они осуждают, либо они наоборот поддерживают, либо вообще какую-то нейтральную позицию свою высказывают. И когда в какой-то момент нас уволили отдел кадров, я замещала тоже отдел кадров. Я поняла, насколько у нас тупых людей. Когда я захожу в Инстаграм, я понимаю, что у нас действительно слишком много тупых людей. А когда я делаю прямой эфир, и когда мне желают раком матки, или мне начинают высказывать о том, что ты что такая тупица вообще здесь сидишь? Ты что думаешь, ты самая умная здесь? Или, блин, какая ты дура, мне так тебя жалко. И в этот момент человек просто сидит в чужом эфире, тратя на меня свое время, вместо того, чтобы что-то делать умное. Он же говорит, что я дура. И я понимаю, что, блин, все настолько печально на самом деле. Нет, ну такие люди же в основном и всегда так делают, занимаются какой-то дичью. Ну нет, ну как вот там, не знаю, вот ради интереса была видеозапись, когда там девушка была, она родилась без рук. И она делала себе макияж, вот, и Америка там была комментатор, она была американская девушка, ну, американка. Вот, там были американцы, ну, американцы, которые делали комментарии свои, и были русские. И русские типа, фу, ты чё накрасилась, да ты такая уродка, нафиг ты себя это снимаешь. И я захожу, просто вот самый жесткий комментарий, который был написан многодетной мамой, у которой там было 3 детей в Инстаграме, муж, где она там радуется жизни, при том, что, ну, как бы не особо симпатичная, видно, что у нее нет работы, она домохозяйка и прочее. Как можно такое писать людям? Ну, блин, это ужасно. Это не то чтобы деграданты, но такие немного отчаянные люди могут такое говорить в общем. Причем неважно, была бы она без рук, а была бы она с руками там. Элементарно просто даже обычному человеку, ну я не то чтобы разбавляю, да, как бы инвалида и ну, целого человека, грубо говоря. Но все равно я считаю, просто так на пустом месте нельзя так любого человека оскорблять, в принципе. Любого человека, это понятно, или там тебя спрашивают, а что ты умеешь в своей жизни? И человек начинает перечислять, я ему говорю, фу, это что такое? Да я там в твои годы, хотя на самом деле ты, я не знаю, и грязи из-под ногтя не стоишь этого человека. Просто у нас какие-то озлобленные люди, я не знаю. Просто, ну вот даже вот мать, она же уже мать 3 детей, наверное, она уже должна успокоиться. У нее же есть муж, если она подпишется на как самая счастливая мамочка Инстаграма и любимая Я же жена. мать. Зачем ты это пишешь вообще? Зачем ты вот это вот сквернословишь? Зачем? Если ты причем там звездочкой закрываешь своего маленького самого ребенка, наверное, ты боишься с глаза. Ну, карма же тебе вернется, ну, если мыслить по их логике.
Не, знаешь, в чем дело? Типа, вот это сквернословие и все, это просто... Типа, ну вот, это люди, вот, к слову, если взять какой-то такой образ матери трех детей в Инстаграме, которая вот этими звездочками закрывает лица ее детей собственных. Вот это же просто, ну, не от хорошей жизни же явно, вот это сквернословие. Это просто как бы, ну вот... Может, муж ее бьет вообще. Может быть, у нее какие-то психологические проблемы в целом. Ну, Может блин, быть, таких людей слишком она... Ну да, так... может быть, вот она вот растолстела на 30 килограмм после родов там, и это на нее очень плохо действует. Это все не от хорошей жизни. Если у человека длится жизнь как бы, ну... нормальном истечении обстоятельств, типа, не бывает с хорошей, счастливой жизнью плохих людей. Это Ну, все из-за этого. В смысле, что значит, что из-за этого? У меня, например, тоже не самый лучший период в моей жизни, но у меня нет такого желания заходить в прямые эфиры людей и говорить, слушай, ты такое говно, ты что здесь сидишь? Либо же начинать писать комментарии. Мне кажется, это не дело в том, что ты растолстел, у тебя дети, или что тебе надоело. Это вот здесь, видимо, родители либо не заложили этого, либо ты реально ненормальный. Нет, ну знаешь, это от твоего восприятия зависит. Типа, да, у тебя может быть не такая идеальная жизнь, там бывают проблемы, но ты это воспринимаешь как бы нормально, типа, проблема, значит, нужно решать. А на других людей это очень сильно давит, типа, понимаешь? Ладно, у тебя тут из эфира люди выходят уже. От нашего разговора хереют все. Ну, типа, если тебе важно, чтобы вот эта подписота здесь была, не рассылалась туда-сюда, тогда давай поговорим про пони и про радугу. Угу. Ну, условно. Кодированные реальные люди это... Не, вот причем этих злых людей на самом-то деле не только, но... Такая дура, да, я дура, наверное. А ты очень умный. Братан, мы как раз тебе подобных обсуждали. Добрый вечер. Ты хочу этому веришь? Ты... Зачем? Господи, а почему? В смысле, он мне что там, я не знаю, клятву верности дает, обещает жениться, чему я верю, объясните, вот, ну, вот, вот, прям не, вот. Не. Подожди, почему ты называешь хачом как бы араба? Почему это так вообще? Вообще, как можно назвать кого-то хачом? Ну, блин, Да. у каждого две руки, две ноги, одна голова. Просто у кого-то мозг есть в этой голове, а у кого-то мозга нет. Черножопый, а ты белопопый, и что дальше? Хорошо, тогда ты мне не братан, а моя сука. Так тебе больше нравится? Нормально я на одной волне с тобой разговариваю? У тебя его нет. Ну, ладно, хорошо, у меня его нет. Пусть будет так. Подожди, он мне строчит комментарий. 100%. Расизм там. Нормально. В России говорят про расизм. Мне это нравится. При том, что когда к тебе придут там арау чеченцев, мне кажется, ты по-другому заговоришь. Да, да. Ты сразу Это превратишься в пай-мальчика. А как вот по реале решается, так все, прям простите, пожалуйста, на коленях с открытым ртом. Как мне покрыть ваш моральный ущерб? Пожалуйста, скажите. Спасибо большое за твое очень важное для меня мнение, братан. Ой, ты мне не братан, извини, я забыл. Блин, хороший человек, наверное, скорее всего. Не заслужил он того, чтобы его... У него счастливая семья и очень хорошая работа. И, наверное, он живет в какой-нибудь там прям в очень элитном районе. Неважно, какого города.
Соси чеченцем, тварь, раз пошел такой разговор, шкурю. Вот, вот об этом я именно и говорила, да. Угу. Да. И это говоря о том, что просто все равны. Вот и все. Да, Альбина, конечно. Хотя бы один такой человек, ты очень по-другому заговоришь. Да уж, конечно. Твое место сосать хачам. Хорошо, спасибо, я поняла. А там вилка остыла, твое родное место. Может, сходишь, присядешь? Нет? Опять будешь фигню в комментариях писать. Вот, и что мне самое интересное, это вот что их побуждает вот просто заходить в эфир и писать это все. Вот реально, насколько их жизнь скучна, насколько они недовольны своей жизнью, какая у них херовая жена, херовый начальник, вот что с ними не так? Вот ты до этого со мной не соглашалась, но ты сейчас сама описываешь причину, почему он так делает. Я была очень недовольна там своей жизнью, в плане своей работы, там, недовольна начальством, которое не так относится к своим работникам и прочее. Но у меня не было желания идти и писать кому-либо. Правда. А люди приходят, незнакомые там соплячки своего рода 22-летние, начинают писать 30-летние мужчины, там, 40-летние мужчины. Вот что самое интересное. Это даже не девушки, а мужчины. Не, ну почему ты такое ожидаешь от девушек на самом деле? Так, а, вот... девушки в Инстаграме пишут, сори, я забыла. Не-не, я не к этому веду, я веду к тому, что, ну, блин, сейчас опять начнется, типа, вот, он пытается к ней подкатить, там, ну, давайте признаем.